Здравствуйте! Самые заметные события жизни Хабаровска в программе «Город сегодня». Более 500 пожаров произошло на территории Хабаровска всего за два месяца. Из них 350 в марте. Об этом было заявлено на экстренном совещании в администрации Хабаровска, сообщает пресс-служба мэрии. Горит в основном нескошенная сухая трава и мусор. Ежедневно пожарные регистрируют более 20 таких возгораний. В конце марта в Хабаровске объявлен особый пожароопасный режим. В конце совещания прокурор города вручил представителям дачных обществ, возле которых произошли пожары, письменные предостережения. Установить навигационные знаки на реке быстрее. С такой просьбой к руководству предприятия «Амурводпуть» обратились мэрия Хабаровска и Краевое министерство транспорта. Выйти в рейс теплоходы должны были 27 апреля, но придерживаться плана не позволяет несколько факторов. «Амур» очистится ото льда полностью может позже, и только после этого можно начинать установку навигационных знаков. Кроме того, как сообщает Хабаровский край сегодня, перекрыт выход из затона РЭП-флота. Сейчас там начали разбирать дамбу. Но пока она не разобрана, вода в затон не идет. Дань памяти узникам фашистских лагерей отдадут в Хабаровске завтра. Дату отмечают во многих странах в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. В Хабаровске живет 71 бывший узник фашистских концлагерей. Вместе с представителями администрации города они возложат цветы к памятнику погибшим узникам на территории храма святителя Иннокентия Иркутского. Отопление и горячая вода пропали сегодня в двух домах на улице Станционной. В тепловом коллекторе обнаружен порыв. Устранением последствий аварии занимались тепловые сети. Это информация городской диспетчерской. Ежедневная уборка улиц Хабаровска продолжается. В прошедшие сутки на дорогах города работало более 60 единиц техники, предприятий благоустройства и 115 рабочих. Днем убирали грязь с проезжей части и тротуаров и наводили порядок на остановках. 240 остановок стали чище. Ночью старались не шуметь в жилых районах, но продолжали подметать. За сутки вывезли более 155 кубометров мусора. На арест площадки, по информации городской диспетчерской, эвакуировали 27 автомобилей нарушителей правил парковки. Дорожно-транспортных происшествий в прошедшие сутки зафиксировано ровно 30. Хорошая погода без осадков и чьи-то шаловливые руки привели к росту возгораний в городе. Пожарные выезжали 25 раз, и большая часть вызовов была связана с травяными палами. Диспетчеры скорой помощи приняли 681 вызов. Туберкулез выявили у 4-летнего воспитанника одного из детских садов Хабаровска. Сейчас группу, где он занимался, отправили на карантин, а все дети из дошкольного учреждения проходят медицинское обследование. Зараженный ребенок поступил в детский сад в феврале этого года. По данным Управления образования города, у него на руках были все медицинские документы о необходимых профилактических прививках и пробах. После анализа медицинской карты с результатами пробы МАНТУ медсестра детского сада решила отправить ребенка на дообследование к фтизиатру, и специалист выявил заболевание. Подобный случай был в Хабаровске два года назад. После выздоровления воспитанник детского сада сможет вернуться в свою группу. Немедленно были приняты все меры безопасности всем детям группы, которую посещал ребенок. Проведена проба МАНТУ. Дети будут пролечены в целях профилактики. Приближается сезон выпускных вечеров и свадеб. Девушки обычно готовятся к таким мероприятиям заблаговременно, пока нет ажиотажа и в магазинах есть большой выбор. Кроме того, многие салоны сейчас делают скидки. Сегодня для статистики наши корреспонденты решили сравнить цены на атрибуты школьного торжества. Итак, вечернее платье в салоне «Иль де Амур» можно подобрать за 3000 рублей, но есть варианты и за 25 тысяч. Как вы понимаете, разница в самих платьях также будет заметной. В основном сумма зависит от длины платья и новизны коллекции. Салон «Паулин» предлагает варианты от 4700 рублей до 12 тысяч. Пока позволяет время, платье можно поискать в интернет-магазинах. Доставка чаще всего занимает не больше 2 недель, если не будет никаких накладок. Подобрать что-нибудь приличное можно за 2000 рублей. Для торжественного вечера продумать нужно образ полностью, и здесь часто невозможно обойтись без помощи парикмахера. В салоне красоты «Фиона» красиво уложат волосы минимум за 850 рублей. Сумма зависит от длины волос, сложности работы и использованных материалов. Сложная прическа для выпускного бала будет стоить более 2000 рублей. В салоне красоты «Эль» 2000 – это стартовая цена.
Максимальная стоимость зависит от фантазии заказчика и мастерства парикмахера. В студии Мия сделать прическу готовы минимум за 1500 рублей. Если поискать мастера по объявлениям, то можно уложиться в 1000 рублей. Первый на Дальнем Востоке чемпионат по виртуальному боксу прошел в Хабаровске. Участие в нем приняли тренеры, профессиональные спортсмены и простые геймеры. Такие соревнования по замыслу организаторов должны добавить популярности реальному виду спорта. Боксер Дмитрий Рудых максимально сосредоточен. На виртуальном ринге его оппонент – опытный тренер. В таких боях физическая подготовка роли не играет. Главное – тактическое мышление и скорость реакции. Кто быстрее нажмет нужную кнопку джойстика, тот сможет нокаутировать своего соперника. В этой схватке опыт наставника одержал верх над молодостью. Тренер позвал, заманил. Есть возможность поехать на Кубок России, на чемпионат России, и я решил пойти сюда, потому что нужно каждой возможностью пользоваться. Уже вечером Дмитрий наденет свои перчатки и выйдет на ринг первенства Хабаровского края, чтобы продолжать карьеру в реальном боксе. Турнир с виртуальными поединками впервые прошел в Москве в прошлом году. Его провела Федерация бокса России. Среди участников был единственный дальневосточник, тренер с Переяславки Александр Хабаров. Для популяризации бокса такие турниры решили проводить и в Хабаровске. Тут могут участие принять уже люди с ограниченными возможностями здоровья, которые мечтали бы выйти в ринг, побоксировать, а в связи с проблемами здоровья не могут. Соревнования проходят на платформе Xbox 360. В этой версии возрастные ограничения от 16 и старше. Представители Федерации бокса России обратились в американскую компанию Microsoft с просьбой разработать игру в формате любительского бокса. Тогда участие в интерактивных турнирах смогут принимать и дети с 12 лет. По словам наставников боксеров, спортсмены уже давно используют интернет-технологии в своей подготовке. Боксировал мальчик на первенстве города. И пишет тренерам Роднаева Берто и вторым тренерам YouTube. Как и в настоящем спорте, победители получают кубки, медали и грамоты, а чемпион представит регион на Кубке России в Москве. Александра Теплякова, Даниил Маевский, Семен Сахно, телеканал «Губерния». 120 лет назад, 10 апреля, хабаровчан волновала другая новость. Для гостиницы «Лондон» выписали пианино с механическим двигателем. Вещь редкая и дорогая по тем временам. Далее исторический факт. Содержатель гостиничного двора господин Шаламберидзе всячески старался развлечь постояльцев и одновременно выделиться среди конкурентов. До 1885 года в городе не было ни единой гостиницы. Именитые гости Хабаровки обычно останавливались у гостеприимного купца Плюснина, благо тот не жалел средств на своих гостей. Уже к 1899 в городе с населением 14 тысяч человек насчитывалось 6 гостиниц – «Ориенталь», «Европейская», «Звездочка», «Лондон» и другие. За каморку содержатели просили до 3 рублей, за приличную комнату – все 6. Это было непомерно дорого для многих заезжих гостей, но уж для тех, кто денег не жалел, владельцы гостиниц старались кто как мог. Так и появилась первая пианино с механическим двигателем в Хабаровске. Звезды спорта, а также российской мировой сцены сошлись в Хабаровске на городской афише. Завтра, 11 апреля, в одно время выступят сразу 3 мастера с громкими именами. Практическое занятие по единоборствам в спортивном клубе «Академия» покажет Сергей Харитонов. Чемпион Евразии по боевому самбо, чемпион России по кикбоксингу, серебряный призер чемпионата России по боксу покажет свои фирменные приемы и техники. Сергей Харитонов готов продемонстрировать фрагменты своих прошлых поединков. Количество мест на занятии ограничено. Впервые в Россию приехала признанная джазовая звезда Шакара Роджерс. Джаз, соул и блюз в Хабаровске она исполнит только раз. В туре по российским городам американскую исполнительницу сопровождает джаз-трио Сергея Васильева из Москвы. Шакара Роджерс не раз становилась лауреатом мировых джазовых фестивалей. Кроме выступлений, она преподает джазовый вокал в одном из вузов США. 11 апреля концерт дает легенда русского рока Гарик Сукачев. В Хабаровске завершается его тур 59 на 59. Цифры не случайные. Артист родился в 1959 году и в декабре ему исполнилось 59 лет. Магию чисел Гарик Сукачев решил отметить с размахом. На концерте обещают необычную и эффектную сценографию и фантастический свет. Про энергетику самих музыкантов говорить не надо.
как обычно, не обойдется без экспромтов. Это была программа «Город сегодня. Жизнь краевой столицы. В событиях, людях и цифрах». Информационная служба телеканала продолжает свою работу. Увидимся в городе. Счастливо!